Está tudo. Что Как за тяжко. цай? Это между прочим с сыром. Там с лососем несколько еще делал. Вот с А что лососем он? Вроде и верю с такая. сыром. Да, я просто помылился. Руки мыть надо ванной. Пойду сюда. Давай. А что, вкусно? Ну я только с сыром пробовал я. А что ты кашляешь? А я кашляю то, что подавился слюной, и если хочешь. Боже, ой, брехло, Давай, давай. слюной подавився, да, наверное. Держи полотенце, это тряпка, вот это вот. А, у меня куча полотенец вот здесь, это я еще не выложил. Ну, вот это возьми розы, вот это вот красное, да. Да вытягивай же его, что ты его. Это что, застиранное? Сушилка, да, это высушенная, Да, остиранная хочешь, когда тут. ты мне грязный дался. Иди, бо я хочу это попробовать. Что-что? Потому А, я что... думал, ты в туалет хочешь. Нет, Я думаю, попробую. что ты еще стесняешься. Чего я стесняюсь? В туалет В смысле, в ходить. туалет? Конечно, стесняюсь. Что, серьезно? Ну Як это? да. А ты мутаешь микроволновку? Нет, я микроволновку не пользуюсь. Их надо есть холодными, чтобы ты знал. Чего? Так, тебе чай делать? Да, зеленый. Так, смотри, у меня что есть. А сколько время? Я успею пока чай, потому что света там нет. Работаю на пульсомон. Света успею. Есть А хамон. зачем ты? Не, я не буду, Самвел. Положи обратно. Не, я не буду. Як не? Я не буду, не буду. Не, и це Не, тоже не то буду. что? На. На. Ну ладно. Я вот сажу и все. Ой. Я не хочу себе дома. А Дома це хочу. будеш? Ну то не знаю, що ти там його держиш. Йогурт будеш, Артем? Смотри, есть Не. йогурт. Ну чего? Смотри, йогурт Не, съешь. Самвел, я не Съешь. хочу, Да честно. съешь Я йогурт. кажу, не хочу. Да, Да сделай мне чай, задроченный если все. банан. Не, я не хочу перебивати. Я сейчас вот Ой, соседку прости. вправо, я дома борщ шкалу упаду. Что я це? Вот, скажу. А, кстати, чьи вкусно? Вкуснейшее. Это слаще Светы, не то, что Света угощала, это не слаще. Я видишь, воду высосал. Кто высосал? Ты Ну, высосал? конечно. Это открыло. А этот? Так. Томас. Знаете, Тёма пришел. Томас, а ну Угу. смотри. Да, я сяду. Ой. Так, бачишь, Томас, как? Ты давай я налью. Да ладно, Да что давай ж я налью, Ой, господи, ты же гость. держишь ту камеру. Ты Угу. поближе. Пожалив. Пожалив. А что ты сегодня? Я сегодня ехал с Полтавской области. Ну. И включил видео, когда я это давай полез. Что Як... там орал на тему? Что что? Что ты орал там? Да, на балконе? Как здрасте. Че здрасте? Просто кричал. Зазывал Хочу людей. Так. Просто кричал, че орал? Сразу орал. Чашки вверху, Артем. Ты вроде тут первый раз в квартире. А вот тебе тут одна чашка блин. Там много, вот чашка. Вон вторая белая чашка. Вон такая чашка. Вон там чашки. Нет, тут я просто не заметил. Так что ты чайник. Короче, Ты... да, чайник. А включить, Артем, мне не надо. А что, сколько ты налил? Так мало? А что, да? Ты тоже будешь? Так, хотя там мало нормально, дивись, так, бедро, там, литр, я не буду. Не? Ну что ты, кого в тебе цей? Спектакль? Да. Завтра в 11 приходи. А не буду идти? Золушка, я принц. Послезавтра Турандот приходи. Опера. Выбачайте, ну не. Чего, не? Вообще? Ну, я вам не заходу, я вообще не. Дивись. Посоветовали зрительницы. Свечки на окне стояли в канделябрах. И от я солнца вот бачу, так нагнулись. Вот бачу, да. Посоветовали. Кипяток. Шо, феном. Феном нихера поломалось. В кипяток оно, блядь, как, бачишь, послазло. Надо было над костром. Его раз до более сильной. Ну вот, ты ж бачишь, что чтобы оно испортили размяло, зрители. Что ты мне выездал? Пожалуйста. О, спасибо. Накладывайте. Я а чего один? Бери там с лососем и с сыром. Я хочу есть. Ой, ты такой задроченный, честно. Не хочу. Давай салат, давай. Что не, не, Вина будешь? Я за рулем. Ой, а то мы не знаем, как ты ездишь. И что? Я не пью за рулем вообще. Здравствуйте, салат. Ой. Я ни разу в жизни не сел за руль пьяный. Ни в коем жизни. Даже вы не то, что пьяный, вы вообще не сел. Так ты со мной их выпусти. Что ты мелешь? Ну, вот брехло. Ну вот как ты тут сидел, мы потом сели на машину с тобой еще пели золотая, это золотые цепи. Что ты брешешь, ты?
Золотая дивися. Чаша, золотые яйца. Пі! І я грав, а ти п'яний раз. Їхав. Що ти мелеш? Тюх. От що ти мелеш? Хорошо, ладно. Да. То, я, наверное, то я спутав. Ой, то я спутав. Точно. Це ми їздили, от, машину заганяли в етап. Я спутав. Ну, я спутав. Зараза. Все, пиздец. А что ты трубку не берешь? Все. А? У меня плесень. Это вот что, такие дела. Я сейчас такие не тесто качу. А что, Коля пришел? А? Не, уборщица. А кто пришел? А ты что, открытую дверь оставил? Я закрыл. Ну, я... А ты что тут делаешь? Ничего. Просто так пришел. Да? Вот твои диски в машине багажника. Это не диски, а пластинки. Это мне реставратор подарил, но я их глянул. Они мне не подходят. Почему? Потому что Козин, вот тут есть старинные романсы. Замечательные. А твари потихоньку калитку и войди в тихий сад, ты как тень. Не за... а, Петр, ой, я думал, Петр Лещенко. Так, ой, Утесов. Мать мне накидку кружево на головку надень. Ребята, такие пластинки, как обидно, что они не подойдут. Эй, Петр Лещенко. Черные глаза, Ванька, спой. Боже, ребята, спасибо огромное, но... Не плачь, Чубчик. Чубчик, Чубчик, кучерявый. Мусенька родная. Ой, такая пластинка шикарная. Клава Шульженко, боже, харьковчанка. Где же вы, друзья, однополчане? Вальса, вальсы, последнешневая шаль. Да. Не дивишся блогера російського такого, як Едвард Біл? Ні. Попав в аварію, коротше, там вроді би, ну там такий мільйонник такий, знаєш, хороший. Да? І що? Попав в аварію, коротше, ну походу він винуватий. І що? І там жінка вроді би була за другою машиною. І що? Ну, в реанімації вроді би. Ой-ой-ой, господи, помилуй. Да, насадка. Ой, ребятки, спасибо огромное за такие пластинки. Я попробую, но, скорее всего, конечно, они мне не подойдут. Другие обороты. Осторожно. Вот уже грибы, как граблями. Как лапотник. Гриб, шкреб, это же пластинки. Если не цей, да, если, не видят. Да, если не цей, то точно. Давай, сейчас мы попробуем. Попробуй. Держи. Давай. Коль, сделай чай Артему. Там я закипятил чайник. Заводи ее, шарманку. Да, без сахара, Коль. По весне, по весне занимаются ранние звезды. Я веду по весне на знакомый мой берег. Старый дом. Марк Бернес. На. Марк Бернес. Я пишу листы. В общем, смотри, Тёма, такая так. Проблема. Давай. А вот же ты есть, ты садись, кушай. А вот тут... стульчик отодвигай, садись. Насыпал багато. Прям насыпал багато. Давай, давай. Ты уже ломается. Давай. Целка. А чё я ломаюсь? Я просто целка, не хочу, я потом есть не буду. Это.
Женщина пише. Так. Вона живе в Дагестані. Не знаю, муж, хто в неї по національності, хто вона. Ребенку 3 роки. Нашла переписку в телефоні мужа, що він, оказується, бісексуал. Ходив до парней, переписувався на встречі, к парням ходив. І от вона каже, що робити тепер? Ребенку 3 роки. Она вот с ним поговорила, он сказал, что у него просто вот физическая тяга к парням, но он и с ней живет, и с парнями. Но она этого не знала. И вот она узнала, ребенку 3 года, она от него финансово зависит. Да. Вот, он ее вроде как не обижает, к ребенку относится хорошо. Жилье его. Что ей делать? Я не знаю, что в такой ситуации делать. Ну хорошо, если бы ты вот в один прекрасный день нашел переписку, что Света с какими-то девочками встречается за твоей спиной. И ты от ней зависишь. Я не могу. И ты такой, я с вами, да? Я не могу представить этого. Ну, я не могу этого представить. Ну просто, я не могу этого представить. Я даже не знаю, что в этой ситуации делать. Ну что ей делать? Она совета спрашивает. Я без понятия. Я не знаю, что ей делать. Мне кажется, хай-ху. Ладно. Куда? Ну, если ему хочется. Бог создал женщина. Ой, должна, ну давай, это из древнегреческих, должна, ты тоже такой. Должна, как... ну а смысл, а что это такое? Ну так, если это всегда было, есть и будет. Бог создал. Ну вот создал так еще и такие. Я не осуждаю такое. Хорошо, что ей делать? Бог создал. Я не знаю, потому что я не был ни разу в такой ситуации. Ну представь, вот, что, вот хорошо, ну, а ты представить, что не можешь? Как, что, вообще без фантазии. Бог создал. Ну, вот Бог создал. Бачишь, что? Вот и все. Я считаю, что если он ее не обижает, то хай худо. Она его не переделала. Или она принимает его, как он есть, или нет. Она его не переделала. Я просто, знаешь, что понимаю? Что при чем тут бисексуал? Если ты бисексуал, вот представь. Если ты не женат, ты можешь спать, да, с парнями, с девушками, да, но ты бисексуал. У тебя нет чувств, ты просто спишь с кем хочешь, правильно? Ну так получается. Ну да. Если ты в кого-то влюбляешься, допустим, в женщину, да, ну, то ты уже спишь только с ней. Ну правильно? Ну ты же не будешь лазить и всю жизнь и с парнями, и с женщиной, если ты бисексуал. Ну ты любишь женщину, любишь мужчину, ну люби, живи с ним. Но ты не должен изменять. Это получается... Для меня это сильно странно. Ну получается, что у него нет любви. Вот что получается. Що якщо він з нею живе, він бісексуал, а ще ходить до пацану, просто він її не любить тоді. А якщо б він її не любив, він би зміняв би і просто з другими жінками, якщо воно теж пішло. Ну може він і зміняє жінку, куди знаєш. Пане пишу, це для мене дико. Все понятно, село. Село. Село асфальтировано їж. Їж. Так, а що ти куриш чи що? Ні, це Коля не сигарети, я не курю, Артем. Якщо вона з одного зависить. Ну, о, бачите, вже проснувся в тебе, ага, інтерес. Ні, якщо вона від нього зависить, навчитися зарабатувати гроші і валити від нього. Все, оце все. А я вважаю, що поговорити, вона повинна йому сказати, якщо мене не устроїть такий варіант, що ми будемо робити, де я остаюсь, будеш ли ти допомагати, тримати? Ну, так от, щоб поговорила з ним. Ну, в будь-якому випадку. Якщо він скаже, я тебе виганю і тільки на дитину буду давати. В будь-якому випадку, якщо там же ж такі закони, мабуть, як і у нас, о тому, що там, да, там, якщо розходяться люди, ну, аліменти. На аліменти, там, либо в будь-якому випадку, ну, а це Дагестан. Якщо він, отець настоящий, який любить свого дитину, ну, він любить, тільки всі батьки будуть забезпечувати. Буде допомагати, да, буде допомагати. Ну, а їй що робити? Одною остатися. А їй знайти нормального. А якщо він ще такий самий буде? Ну, така херня в житті буває. Ну, все. Ну, а що їй? Либо, ну, сидить, я не знаю, терпи, либо, не знаю, що робити. Терпи. Я б там би нагрів денег би і свалив би. Якщо б я був жінчиною. Нагрів би денег і свалив? Звісно, а що? Хорошо. А якщо такий питання, вона його удовлетворяє так, що йому більше нічого не хочеться? Якщо б вона його так удовлетворяла, знаю, може вона не думала об цьому? Ні на кого не... Ну, може вона не думала об цьому? А тепер вона знає? Буде... В смислі знає? Ну, що знає? Значить, вона його не удовлетворяла так. Ну, значить, буде більше удовлетворювати. Значить, це психіка у чоловіка нарушена. Це про те, що... ну, як так? Ти должен бути спати все время жінкою з мужиками. Це що? Ну, як спати? Ну, це таке є, що? Да, я не кажу, що такого немає. Ні, ну, у нього психіка не нарушена. Ну, а що ти нарушена? Що ти нарушена? Нічого не нарушено, просто йому так хочеться. Да. Тобі не хочеться такого? Ні, мені ніколи нічого не хочеться. Ти що, вовче? Няв? Наркоман. Няв? Няв? Няв?
Щось він не худає. Взагалі то коти, по ідеї, на весну, вони повинні вже худати. Там. Ну це коти, які бігають по вулиці, Артем. Молодець, Артем, спасибо. Почистив мені так свічку. Так котів можеш викидувати, а що ти з цим, що ти вже нічого з ними не зробиш? Чого викидати? Так а що з ними буде? Почистити. Все йде. Так а що? Якщо не буде дождя, може до беседки? Ні, не хочете днемо? Коли? Ну, на вихідних. У мене турандот. Що, цілий день? Ну, я не можу з утра йти в беседку, а вечером петь турандот, понимаєш? Це як-то, ну, я собираюсь з мислями, я не можу так. 4 числа у мене турандот. Ні, ну, це так не буває, що ти знаєш, пив, танцював, кричав, а тут і вийшов. 4-го, що це? Воскресенье. Я за суботу, кажу, казав. Ну, суботу могу, і то. Потому що воскресенье спектакль, а в суботу вже треба беречься. Так а тебе ж ніхто не заставляє там співати. Ну. Просто посидіть на перерові. Это я могу, да, могу. Хорошо. А чо я не? Скажеш. Дивись, бачиш? Ну ти, звісно, ти туди руками, що ти залапав щось. Якими руками? Це кип'яток налив, послухав зрителі. Тими руками, вже від рук моїх, це так. І, ну, мало ли, може, рівняв так, знаєш. Так, да, со всеми вже. Що, працює? Ну, так, да, зараз тільки накачаю. А як ти зробив? Що, серйозно? Ну, ти спробуй. А як ти зробив? Я крутив, як тільки не крутив, воно не відкривалося, Артем. Я її прокручував і взад, і вперед. От ніяк. А як? Ну, як ти зробив? Ти його відкрив? Відкрив його просто. Ну, помий, подивись, яку там треба відкрутити, для того, щоб воно близько. Це руки мити не треба, це дезінфектор, це не мило. Та ні, ну воно просто, я спробував, чи на це. Ні, це просто... Спасибо, Артем. Пошли, полежимо. Там зайнято. Як в Махачкалі.